парламент останній дні супереч закону. І третє. Шановні народні депутати, гадаюсь, ви погодитесь зі мною, що Верховна Рада минулого скликання... А он действительно главный, одним из главных участников был распада империи, которая имела наименование Советский Союз. И поэтому с его именем, как и с именем всех, кто подписывал Беловежское соглашение, связано начало новой эпохи.